Лера? Лера? Да. Все, Лера, давай, полетели. Раз. Мама, ты смотришь? Я что? Раз, два, три! Капец, страшно, я больше не прыгну никогда. Ну, очень круто, но это очень страшно. Что делать? Капец, это ужас просто вообще. Нет, страшно очень было, очень. Не, круто, я бы еще раз прыгнула. Ой, куда меня бросают? Куда я полетела? Давай сюда. Вперед мне надо. Раз, два. Так, подожди, нужно где-то убрать. Он сказал какую-то вот эту. Откручивать ее надо вначале. Угу. Представь, что все так прикольно. Ладно. Ты стой. Дальше. А, нет, он мне сказал не трогать. Я не помню, как снимать. Мне вот эту нужно снять. Я, короче, забыла, о чем он мне говорит. Он мне сказал, что не трогать, а что не трогать. Не помню, не помню. Нет, это он мне помнит, что он трогает. Трогает? А, вот. Так, а это? Мы его вообще сняли, зачем? Это он сказал снимать, а тут он сказал вот эти расслабления. Мамочки, вообще уже сколько он тут. Это очень страшно. Когда ты летишь, у меня аж искры, знаешь, глаз, когда вот иду. Ой, сильно. Ну круто, конечно, круто. Может, не хочешь? Его вот только с глаза выпучила. Я первый так, дальше шучу. У меня ботинок. Все. Все, теперь пристегивать это надо. Нет, это не говорил ничего. Да надо пристегнуть. Да! Прыгай, прыгай! Держи, пожалуйста, натяни. Это не надо. Да надо прицепить ее. Чё? Нет! Вообще не больно. Нет! Все.
Подходи. А, ну да, кто-то там, кто-то парки проходит. Кто? Все понятно. Значит, летить не будем, да? Прыгать без этого. Да, прыгай как будет. Подожди, а что за акции? Акции? Молчи про них. Что, зато куда? Голыми сиськами прыгать бесплатно. Понял, это может без футболки пирать. Так просто. С камерами без? Да. Что, снимаю? Ну, блядь, мне нужно